Останавливаемся. Это не так. Кажется, хорошее место для камеры. Остановимся на ночлег. Присоединяйся. Это ты? Это неправда. Он расшифровал этот звук. Не думаю, что он действовал божественно. Он слышит что-то божественное. Боюсь, что этот лес нанес мне вред. Я Вудро Букер. А вы, сэр? Ваш отец, преподобный Иезекииль Тэтчер. Преподобный, знаю, что в надежных руках. Что если не Бог, а что-то другое? Что-то сгорело? Христиане утверждают, это ученик дьявола, приходящий ночью за невинностью. Что-то странное и немое, как нога. Мой отец говорит, что мы в Эдемском саду. Это не Эдем, это ведьма. Может быть, он слишком всемогущ? Нет, все вызвано тем, кто живет наверх. Этот звук не Бог. А если это сам дьявол? Это чудо.